700 миллионов гривен запланировано на лечение онкобольных в Украине. В бюджете на нынешний год это лишь треть необходимой суммы. Зачастую средств не хватает даже на содержание больниц. И все чаще пациентам приходится покупать препараты за свой счет. Не могут похвастаться больничное отделение комфортными условиями. Помогает благотворительный фонд Возрождения. Кроме покупки медикаментов, их силами также оборудуют отделение. Сегодня в Николаевском областном онкодиспансере начали монтаж телевизоров. Все подробности в материале. Онкологический диспансер Николаевской области. Около 300 коек и пациенты со всего региона. Сегодня рабочие прокладывают в отделениях кабели, монтируют на стенах крепления. В ближайшие дни здесь установят современные телевизоры, которые будут транслировать спутниковое телевидение. Ну, абсолютно в каждую палату мы устанавливаем по одному телевизору. В каждой палате огромное количество каналов и цифровое качество. То есть ни аналог, никаких помех. Акцию по оснащению телевизорами украинских диспансеров проводит благотворительный фонд «Возрождение» лично по инициативе Владимира Мунтяна. В этом николаевском отделении установят 60 телевизоров. Мы благодарны фонду «Возрождение» за то, что они нашли возможность, в общем-то, предоставить нашим больным возможность близкого, так сказать, общения с миром. Получив телевизоры, мы просто будем улучшать настроение больных, имея, отвлекать их от той проблемы, с которыми они сюда приходят. Сейчас в каждом отделении в лучшем случае есть один телевизор на пациентов. Старенькие аппараты, как правило, размещаются в комнатах отдыха, и здесь не всегда хватает места для больных. А вот в отделении химиотерапии древний ламповый телевизор недавно вообще сломался, и люди остались без источника информации. Теперь этот пробел будет восполнен. Зав. Отделением говорит, позитив пациентам с такими диагнозами крайне важен. Терапия суточная, то есть они живут в отделении, находятся здесь. Люди из районов приезжают, потому что областной диспансер, они здесь фактически живут жизнью, нуждаются в каких-то отвлекающих моментах, которые могут идти с телевидения. За 50% успеха – это успех самого пациента, его позитивный настрой, его эмоции. Акция в этом онкодиспансере не первая, говорят в фонде. За прошлый год новые телевизоры установили в онкологических больницах по всем регионам, в том числе и в центрах радионуклидной терапии и диагностики, где пациенты по несколько недель находятся без контактов с внешним миром. Наша акция, она уже прошла практически по всей Украине, практически во всех онкодиспансерах. И количество этих телевизоров уже там за 2000 заходит. Наш фонд очень много и помогает и медикаментами, и закупаем столы операционные. Мы стараемся, знаете, всегда поддержать, всегда быть ответом для людей, всегда быть ответом на нужды людей. Ежемесячно в фонде помогают пациентам и дорогостоящими препаратами для химиотерапии. Курируют несколько детских онкологических отделений. Сотрудничают с более чем 50 больницами по всей стране, говорит Виктория. Помогают медикаментами и медицинским оборудованием. А остро нуждающимся пациентам и оплачивают операции. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.